Привет-привет, ребят, с вами Талик, мы продолжаем играть в SkyWars на сервере Spain PvP. Да, на этот раз мы играем на сервере Spain PvP в режим SkyWars, как я уже сказал. Играем мы на карте Ice Islands, и я постараюсь затащить. Как это ни странно. Давайте залутаем, я залутал только один сундук, давайте залутаем еще второй сундук. Так, рыбка, берись. Так, тут у нас нет как такового оружия нормального. Ну, и за это спасибо. Так, давайте выкинем ненужные нам вещи. А, нужные, конечно же, оставим. У нас есть блоки, так что давайте сразу же построимся к тому челу. Не-не, давайте к этому, так как если я буду строиться туда, этот будет меня сталкивать. Так, я строюсь, надеюсь на то, что он меня не скинет. Так, ну все же он на меня посмотрел. Я думал, я доберусь, беспалевно так. Но он железник. Так. Я хочу его слить, ребят. Но у меня это не получится, так как я бомж пока что. Но я думаю, давай сольем, сольем. Есть! Слили мы железника, ребят. Очень найсово, очень. Давайте захаваем золотое яблоко, чтобы нас никто не пососал. Извините за громкие звуки в Майнкрафте. Давайте их чуть-чуть снижу. Так, давайте одеваемся. Воу, еще слили. 4 человека, сейчас ДМ будет. У нас стрелы есть, а у нас нет стрел. Давайте выкинем ненужные нам вещи. И он к нам строится, конечно же, подсосник. Подсосник. Иди сюда. Но у нас нет удочки, у него есть преимущество, так как он с удочкой, он может нас толкнуть. А у нас есть... А у нас же ничего нет. И давайте же построимся к нему. Так, нет, я не хочу ему наливаться, ребят. Не хочу. Давайте. Ой-ой-ой, чё? Какой-то он жесткий, ребят. Есть! И это мы столкнули, ребят. Я не знаю, как это у меня получается. Я остался один на один, надеюсь на победу. И давайте скрафтим быстрее. А хотя нет, мы уже не успеем. Я, ребят, хотел себе скрафтить как можно быстрее этот верстачок, чтобы скрафтить себе алмазный меч. Нет, через 10 секунд я уже не успею. Но все же. Давайте, я надеюсь на победу в этом раунде. Ой, что я сделал. Я думаю, что он нубчик, и я его солью, конечно же. Ой-ой-ой. Есть, ребят, мы его слили. Наша победа. Легкая победа, на самом деле. Ну и это все на сегодня. Я занял первое место, как вы видите. Я снял для вас серию SkyWars. Буду стараться снимать как можно чаще. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Талига. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новой серии по SkyWars. Или ХГ.